Ты нежно на ухо шепнула мне: «Скотина, где мой презент ко дню святого Валентина? Любимым женам в праздник этого святого подарки делают нормальные мужья. А ты не подарил мне ничего, и от обиды плакать я готова». А я в ответ: «Любимая, постой, какой к чертям собачьим он святой? Считать его безгрешным нерезонно, и в житиях указано не раз, что был он капеллан и пилигрим, и вел себя он нетрадиционно. Он был священником при Римском легионе, в те времена, что Клавдий был на троне, но чужд он христианских был начал, и в длительных походах на Европу не раз солдатам предлагал он помощь и браки однополые венчал. А потому его, моя родная, считать святым не стану ни хрена я. И откровенно, честно говорю, кому-то, может, он духовный лидер, а для меня он просто Валя Краля. Я в этот день подарков не дарю. Но, моя милая, весна не за горами, а с нею праздник, что всегда был с нами, в честь Клары Цеткиной и Розы Люксембург, революционерок и подруг. 8 марта – празднество большое. Дарить подарки буду всякий раз, с любовью в сердце и со всей душою. Ведь лесбиянки мне милей, чем пидорас».